Опасное соседство. В поселке Пашино участились случаи нападения беспризорных собак на людей. В нашу редакцию обратилась мама мальчика, которому животные прокусили ногу. В Пашино отправился мой коллега Станислав Блинов. Вон, смотрите, они вон на кого-то гавкают опять там. Человек идет, собака, а они все, вон, 5 штук набросятся, они собаку загрызут и человека загрызут. Дарья Бардадынова старается не отпускать детей на улицу без присмотра, ведь прямо во дворе всегда бегают несколько крупных беспризорных собак. Несколько дней назад они укусили ее старшего сына, который шел в школу. Теперь до февраля месяца мы будем ставить уколы. Сегодня вот мы едем на перевязку. У меня еще меньше ребенок есть, он во 2-й класс ходит, он еще маленький, и сумка у него больше. Они его так за сумку завалят и все, и загрызут. Проблема с собаками во дворе дома 19/10 на улице Новоуральской существует уже несколько лет. Летом жители обращались в полицию, но ситуация не изменилась. Во дворе сейчас находятся 4 собаки. На взрослых людей они не бросаются, сидят рядом с дорогой и ждут, пока их покормят. Но учитывая то, что здесь рядом находится детский садик, там дальше школа и клуб юных техников, детей по этой дороге ходит довольно много. К чему это может привести, неизвестно. Сколько раз было такое? Ребенка обступят, все 5 сядут и тявкают на ребенка. Ну, понимаете, я вот даже заметила, что вот иной раз... Матери говорят детям обходить наш двор, потому что здесь у нас во дворе постоянно собаки пасутся. Оказалось, животных вот уже 4 года подкармливает житель этого же дома. В месяц тратит на это около 5000 рублей из своей пенсии. Пускай их заберут, приедут, я не против, пускай они их заберут. Ну, мне их жалко, вот я их кормлю, собак. Ну, а как не кормить, они же живые. Вот дети-то, они вот поднимают палку, бросают или камень в него. Она же действительно, собака же тоже должна как-то отвечать. Пашино территориально принадлежит Калининскому району Новосибирска. В городской администрации нам рассказали, только за последнюю неделю ноября там отловили около 10 бесхозных собак. Это делают только по заявкам горожан. Ситуация находится на контроле департамента администрации. И непосредственно запланирован еще один выезд специалистов на 4 число. Пойманных животных ставят на учет, обрабатывают от паразитов и стерилизуют. Оставить заявку на отлов бездомных собак можно на сайте городской администрации или по телефону 380-4201. Станислав Блинов, Александр Егоров, новости УТС.